Ссора со смертельным исходом. В Сургуте сегодня ночью была убита женщина. По версии следствия, это сделал сожитель. Во время распития алкоголя пара повздорила. Мужчина сильно избил свою сожительницу, в результате женщина скончалась. Сейчас следователи выясняют подробности произошедшего. Подозреваемого в убийстве уже задержали. Следователями следственного отдела по городу Сургут устанавливаются обстоятельства смерти женщины 1954 года рождения, тело которой было обнаружено в квартире со следами побоев. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти. Еще одно громкое дело сейчас расследуют в Сургуте. На днях в промзоне нашли разложившееся тело мужчины. Оно лежало в куче мусора. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего, а также выясняют причины смерти. По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружены признаки насилия.